Всем привет, друзья мои! Я направляюсь на день рождения моей очень близкой знакомой подруги Лейлы. Я еду в автобусе, как вы как заметили, и никого здесь нету. Что-то он поехал не по тому маршруту, у меня страшно. Очень большой объезд делаю. Вообще я без мужа нигде никогда не выходила. И вот сама сейчас самостоятельно уже третий или четвертый раз гуляю. В принципе, бояться здесь нечего. Но город действительно огромный. Заблудиться можно. Но все равно в итоге вернешься домой. Сделаем такую маленькую экскурсию вместе со мной. Вот посмотрите, контейнеры для одежды. У кого есть лишняя одежда, кто не носит, хотят выбросить вот сюда. Там все расфасовывают. Такие вот они практичные. Турки молодцы. Зря никуда не выбрасывают. И потом эту одежду, обувь, принадлежности, купоны, все, что хотите, туда бросают и раздают малоимущим.
И наконец-то после продолжительного моего приключения, поездки, потому что я заблудилась, я прибыла на место, на остановку форума. Вот посмотрите, здесь вот покажу вам, продемонстрирую магазинчики сразу. Так что, друзья мои, я хочу сейчас купить цветочки и пойду к Вейлочке. Гестериору мерсин, херкес. Так, друзья мои, вот мы в магазине. Посмотрите, какие цветы. Мне разрешили здесь поснимать. Пока готовят букетик на день рождения. Смотрите, пожалуйста, какие красивые свежие цветочки. Не правда ли? Гюзель, чё, Гюзель? Холодильник. Бутылка бугюлери. Вау. Гулялядим. Посмотрите, тут розы стоят в холодильнике. Такое я не слышала. А он сказал, что нужно так. А это искусственные цветы. Вот видите, друзья, вот такой магазин. Такие красивые цветочки. Красота. И вот букетик такой сделали. 20 лир, там мама. Так, ну что, мои хорошие, вот такой букетик сделали. Мне подходит он тоже. Так что идем. Разговорилась я там с продавцом. Когда все-таки одна, более свободнее. Никто тебя не, как говорится, не подгоняет, не подталкивает. Нельзя, нельзя. И все разрешают снимать. Так что, мои хорошие, я вас люблю, обожаю. Так, друзья мои, вот такой район возле форума. И мы идем в форум в той стороне. Здесь мы идем. Лейла здесь замужем. Она, значит, имеет свое кафе. Там вот бильярд, дети играют. Игральные такие автоматы детские. Студенты приходят на чаёк, кофе. Именно такие посиделки устраивают. Находится в Мерсине. И я ее недавно, кстати, с ней познакомилась, потому что я так обрадовалась. И она такой близкий по духу человек, тем более в Грузии. Вот ее кафе вот такой. И мы сейчас зайдем туда. Вот видите, ребята здесь играют. Камарджоба. Камарджоба, честный ба! А? Это Ниночка, поздравляю! Ой, днем рождения! И вот за Киму! Соцный Асчин! А вот Ниночка! Ниночка! О, Нина! Сейчас познакомимся! Ниночка! Турко? Да! Эй, какой? Да, сосед-йорсен! Кашедый! Друзья мои, хочу показать вам грузинское застолье в Турции, в Мерсине. Смотрите, салат оливье по-грузински, лобью, фасоль. Бутыны, баклажаны или что? Хачапури. Я попала, друзья мои, в Грузию, в Мерсине. Да, смотрите, какой красивый стол. Мясо, это курица, все, что хотите. Вот на такой застолье я попала, грузинское застолье. Вот Лейлочка, именинница. Заходите все, в Мерсине, один из лучших кафе. Друзья мои, вы мне же верите, вы смотрите мои видео, мой обзор про Мерсин. Мы с мужем, у них такое замечательное кафе. Посмотрите, ребятки там сидят. Там играют, супер. Обстановка семейная. Добро пожаловать, Мерсин. Друзья мои, и вот еще Экочка, грузиночка здесь в Мерсине, очень долго живет. Вот ее доченька, у нее две дочки. Так нам весело. Скажи, Эка, что-нибудь. Всем, да.
знаете, мы все... Она добрая, хорошая, красивая. Сколько лет она здесь живет? 25 лет здесь живет? Спасибо. Да, уже там. Мои, мой муж проголодался, хотя мы были в гостях у Лины на день рождения, но он такой капризный в еде, ничего не кушает. Посмотрите, какая полная луна. Мы сидим напротив нашего сита. А я зеваю, ничего не хочу, только хочу спать. Сейчас ему принесут кукуреч. Кукуреч, Кюстер, какой кукуреч мой муж заказал? Несчастный, голодный мой муж. Отведал флажкой. После дня рождения вот такой он пришел. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал.